Готовы к обновлению. В рамках реализации государственной программы развития образования в Хабецкой средней школе началась подготовка к капремонту. Фатима Даурова застала первый этап работ. Всего через 2 года школа отметит полувековой юбилей. Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в далеком уже 75-м году. Здание относится к типовым и за все 48 лет своего существования поддерживалось периодическими ремонтными работами. Но тем не менее необходимость в капитальном ремонте неизбежна. Школа нуждалась в ремонте. Почему? Потому что в первую очередь в 1975 году она была сдана. После этого капитального ремонта не проводилось. Уже разработаны дорожные карты, согласованные с Министерством образования и дирекцией капитального строительства республики. Со дня на день определится компания-подрядчик, который займется ремонтными работами. То, что подготовка к ремонту началась в самом разгаре учебного года, конечно, привело к некоторым трудностям с образовательным процессом. В школе обучается 740 детей, для которых пришлось найти временное пристанище. Вопрос был разрешен с помощью руководства района и отдела образования. Они размещены, значит, у нас в общежитии лицея аула Хабез и в сельском поселении аула Хабез, где нам Туашев Беслан Мухамедович тоже предоставил 4 просторных светлых кабинета. Ученики и учителя относятся с пониманием ко временным трудностям. Потихоньку привыкают к новому ритму и распорядку дня. Учебный процесс налажен, а перемена места даже в некотором смысле обновила восприятие детей к обучению. Дети легко и быстро адаптировались. Занятия у нас проходят в штатном режиме. Конечно, это не то, что у себя в родной школе, конечно, когда работаешь и все как бы в одну смену. Но, тем не менее, мы очень довольны. Программа не ограничивается только ремонтными работами. Она предусматривает комплексное развитие, обновление инфраструктуры и закупку необходимого оборудования. Все это позволит создать комфортную образовательную среду. Фатима Даурова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.